Всем привет, дорогие друзья! Сегодня наконец-то я получил на обзорчике телефоны, и давно у нас на обзоре телефонов не было. И как вот назло, сегодня такой загруженный день. Вообще мне тут дали компьютер на восстановление. Он очень, конечно, похож, но это не мой компьютер. Вот мой на самом деле находится вот здесь, вот он в целости и сохранности. С этим что-то вообще жутко непонятно, то ли жесткие надо было менять, то ли с ним просто нужно было повозиться. Ну, вроде бы все получается, все нормально. Давайте теперь перейдем ближе к делу. Долго-долго я разговаривал с представительством компании Sony в нашем городе, и наконец-то я получил на обзор телефон. Вот буквально на день дали, завтра уже отдавать, времени вообще нету, чтобы снимать, и поэтому вкратце я быстренько пробегусь, все специально для вас. Есть у нас кружка в подарок, и есть у нас вот такая вот беленькая футболочка, тоже Sony Xperia, вот такая вот. Давайте, знаете, как сделаем, напишите в комментариях, стоит ли разыгрывать и как разыгрывать, одному это человеку подарить или нескольким, двум, да, вот. И давайте сделаем так, если вот это видео набирает 200 лайков, пускай будет 200, как бы для моего канала это, мне кажется, нормально, вот, я сразу обещаю, разыгрываю эти подарки. И давайте теперь перейдем ближе к делу. У нас на обзоре есть телефон Sony Xperia E5, Sony Xperia XA и Sony Xperia XA Ultra. Все телефончики, вот эти три, вышли примерно в одно время. У них одна, так скажем, стилистика идет. Вот, есть что-то общее и, конечно же, немножко отличия большие есть. Вот, давайте теперь пройдемся по корпусу. Что у нас по корпусу? Здесь у нас поликарбонатовый корпус и стекло спереди. Просто обычное стекло прямое. Дальше. Здесь Sony XA, XA Ultra. Идет металлическая рамка. Сзади тоже поликарбонатовый корпус. А спереди идет специальное такое стекло нового поколения, более прочное, и оно идет с эффектом таких невидимых краев, то есть как на Samsung Galaxy S6 и S7 Edge. Вот, то есть когда вы смотрите, у вас практически вот этих рамок не видно. То есть даже можно так вот взять, то есть видите, да, что здесь у нас идет рамка, отступ. И вот здесь вот рамки практически нет, особенно если вот так вот даже смотреть. Вот так вот вообще нету. При таком же наклоне вот здесь вот, как вы видите, да? Дальше, что у нас есть по, так сказать, по характеристикам? Здесь у нас идет 1,5 гигабайта оперативной памяти, здесь 2 и здесь 3. Разрешение экрана у этих двух моделек схоже, у них идет разрешение экрана 1280 на 720 пикселей точек, а здесь уже идет Full HD разрешение 1920 на 1080 пикселей. Дальше по камерам, что у нас есть? Камеры здесь основные, у них 13 мегапикселей, вот, и фронтальная здесь идет 5 мегапикселей, здесь 8. А здесь у нас идет уже более крутая такая современная камера на 21 мегапиксель, а точнее 21,5. А спереди идет фронтальная камера со вспышкой, а по пикселям она идет на 16 мегапикселей. По качеству картинки, конечно же, я вам покажу, и вы зацените. Как видите, у них экранчик, в принципе, показывает одинаково. Очень яркие цвета, красиво, ничего не бликует. Все три телефончика зачетные. Поэтому делайте вывод сами для себя. Стоит ли переплачивать вот за это, за это. Вот это вообще на любителя, мне кажется, этот телефон. Просто это почти фаблет. Здоровый такой дурдом вообще. Какие телефоны будут в будущем? Ну, в общем, что еще хотели бы вы узнать об этих телефончиках, напишите в комментариях, я вам постараюсь ответить. И на сегодня все, ребят.
Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока!